входящее сообщение, капитан. Рекомендую послушать. Приветствую, капитан Шепард. Я представляю людей, которые хотят получить информацию о деятельности группы Цербер. Кто вы? И кого именно вы представляете? Кто я? Не имеет значения. Скажем так, я агент серого посредника. Видите ли, адмирал Кахоку связался с моим работодателем. Ему нужна была информация о местонахождении Цербера. Мы дали ему координаты, взяв с него обещание, что мы получим все копии файлов, найденных на базах Цербера. Вы имеете какое-то отношение к смерти адмирала Кахоку? У нас не было причин желать ему смерти. Он собирался предоставить нам информацию о Цербере. Информацию, которая сейчас находится у вас. Похоже, вы как-то связаны с Цербером. Иначе откуда у вас информация, которую вы дали Кахоку? Информация – это наш товар, капитан. Используя свои связи, мы выяснили, что группа Цербер проводит операции в скоплении Вояджера. К несчастью, это единственное, что нам удалось выяснить. Поэтому нас интересуют копии файлов, которые могли попасть к вам в руки. Это секретные файлы Альянса. Я не могу отдать их вам. Давайте рассуждать здраво, капитан. Цербер нарушал закон Альянса. Вы ничего им не должны. Альянс собирается передать эту информацию в какой-то архив. Но ни одна тайна не может вечно оставаться тайной. Рано или поздно она попадет к нам в руки. Почему бы вам не помочь нам? Переправьте эти файлы нам, и мы щедро вас вознаградим. Что вы собираетесь делать с этой информацией? Информация – это товар. Ее можно купить, продать или обменять. Зачем моему нанимателю нужна та или иная информация, не моя забота. Я лишь посредник. Я отправлю вам эти файлы. Я знал, что вы разумный человек, капитан. Мой наниматель не забудет об этом, если вам понадобится наша помощь. Поступило сообщение. Соединяю. Капитан, мы получили тревожную информацию. Нам нужна ваша помощь. Кто-то убивает бывших ученых Альянса. За последний месяц уже 4 смерти. С удовольствием займусь этим делом, адмирал. Есть какая-то информация? Все четверо работали над секретным проектом на Акузе. Несколько лет назад там была бойня. Молотильщики уничтожили целый отряд. Происшествие было отнесено к естественным угрозам. Но даты ведения проекта совпадают с датами нападений. Думаете, эти ученые каким-то образом связаны с нападениями? Я пока не знаю, что думать. Но это дело надо расследовать. Над этим проектом работал еще один ученый, доктор Вейн. Передаю вам его координаты. Удачи! Пятая флотилия, конец связи.
Отойдите! К вам у меня претензий нет! Мне нужен этот ублюдок! Помогите! Он безумец! Тумс, выйди в себя! Вам нужна помощь! Я капрал! Капрал Тумс! Сегодня ты не будешь врать! Сегодня правда станет известна всем! Опустите оружие и медленно отойдите от доктора, иначе мне придется выстрелить! Выстрелите! И, скорее всего, я спущу курок! Придется вам соскребать вашего дрянного дружка со стен. Тумс совсем потерял рассудок. Пожалуйста, помогите мне, офицер. Думаете, я боюсь умереть? Главное, перебить тварей, которые разрушили мою жизнь. Капрал, что этот врач сделал с вами? Мы были на Акузе, когда на нас напали молотильщики. Они уничтожили весь мой отряд. Молотильщики! Ученые проводили исследования на них. Они позволили им уничтожить мой отряд. Я пришел в себя в камере. Эти твари радовались, что я выжил. Теперь им было на ком проводить тесты. Про какие тесты вы говорите? Нельзя верить Тумсу! У него нет доказательств! Я требую судебного разбирательства! Вам в кровь когда-нибудь впрыскивали яд червя? Вот мне впрыскивали. Хотели посмотреть, что получится. Они держали меня тут, как лабораторную крысу. Я сбежал лишь потому, что кто-то уничтожил их организацию Цербер. Это правосудие. Такие твари, как он, заслуживают смерти. Так что, убьете меня? Тумс, но вы же лучше их. Вы не можете поступить так же. Не говорите, как мне поступать. Вы отделались парой царапин и устрашающей репутацией. Весь мой отряд погиб, а меня пытали долгие годы. Шепард, не вам судить меня. У вас нет права. Думаете, я не хочу отомстить за Акузу? Послушайте, Тумс, если мы его арестуем, ему будет хуже. Об этом я не подумал. Ладно, я не убийца, и они не сделают из меня убийцу. Но он должен отправиться на суд. Может быть, я наконец перестану кричать во сне. Не знаю. Эти ублюдки больше ничего вам не сделают. Джокер, передайте 5-й флотилии, нужно забрать задержанного. Слушаюсь, капитан. Thank you.
По вашему приказу, Шепард.